Коллеги, добрый вечер. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. Гильермо, пожалуйста, ваши впечатления о матче. Buonanotte. Prima di tutto complimentare i ragazzi per la partita. Penso che da quando è iniziata questa settimana parlare chiaro, avere o recuperare la fiducia, la propria fiducia è stato molto importante. Sapere che tutti siamo importanti è molto importante, sapere che tutti sono dentro e che tutti possono far parte della squadra è un'altra cosa molto importante. Recuperare i giocatori infortunati penso che c'è stata anche chiave per noi, perché la concorrenza è aumentata durante gli allenamenti. Siamo contenti anche per il nostro pubblico, che in una giornata di pioggia ci ha tenuto dal primo minuto all'ultimo e ci ha sostenuto. E poi sono un po' dispiaciuto ovviamente da una partita che doveva essere chiusa magari anche nel primo tempo con delle chiare occasioni di gol. Quindi dobbiamo continuare, dobbiamo lavorare tanto su quello che è la conclusione e finire le azioni dentro del box, perché l'efficienza è quello che, o essere più pragmatico, è quello che ti dà la possibilità di chiuderla, giocare più tranquillo. E quindi lavoreremo e poi la partita è andata perfettamente nel piano dove noi l'aspettavamo. Всем добрый вечер. Прежде всего хочу поблагодарить своих футболистов за то отношение, за тот подход, как они вышли на эту встречу. Неделя у нас началась достаточно тяжелой, потому что действительно нам нужно было восстановить, нам нужно было обрести уверенность в своих силах. И это очень важный процесс. Мы должны были дать понять каждому футболисту, что он важен и что все мы находимся в процессе, мы все помогаем друг другу. Также было важно возвращение травмированных футболистов, потому что таким образом у нас повышается конкуренция во время тренировок и в целом уровень повышается. Хочу поблагодарить зрителей, которые в эту дождливую погоду поддерживали нас на протяжении всех 90 минут, с первой по последнюю минуту. Конечно, жаль, что мы не реализовывали моменты, потому что действительно можно было закрывать эту игру во втором тайме. Мы могли забивать больше в первом тайме. Вот здесь мы должны, конечно, работать, нам предстоит много работать над этим, над последним ударом, над завершающей стадией. Мы должны быть более прагматичны перед воротами, потому что это может помочь, и проводить матчи будет намного спокойнее. Поэтому в целом хочу отметить, что матч прошел именно по тому плану, как мы и планировали. Кто первый? Пожалуйста, давайте. Добрый вечер. Роман Романов. Гильермо, вот вы сказали, да, что в первом тайме действительно было много моментов. И вот даже если брать статистику матча, то 46-14 по касаниям мяча в штрафной площади в пользу «Спартака» — это, ну, такие выдающиеся цифры. Ну, нету статистики по тайму первому, но, скорее всего, больше половины этих касаний было в первом тайме. Вопрос возникает, что произошло с командой во втором тайме? Может быть, как-то усталость какая-то или что-то? Вот в этой связи интересно. La prima ho detto che sono incazzato, perché non è normale che quando tu analizzi la situazione dell'avversario vedi che loro possono venire alti, che la loro difesa può essere a metà campo e tu li crei tante occasioni, che poi anche con il possesso arrivi e non sei effettivo, che ti devo dire? Io preferirei 41 tocchi meno e fare un altro gol. Да, но здесь, конечно, я не могу не злиться, потому что действительно то, как складывался матч, мы понимали, что их оборона поднималась достаточно высоко, они выходили практически до середины поля, и у нас были возможности, были пространства, могли их использовать, и во владении мы, в принципе, доходили до финальной трети, доходили до штрафной, создавали моменты. Что я могу сказать? Я бы, конечно, предпочел, чтобы у нас было там на 41 касание штрафной меньше, но на один гол больше. Contento che comunque
il nostro lavoro e soprattutto quando una squadra entra in partita inizia il primo tempo, il primo tempo è quando si vede di più il piano, quindi quando si vede quello che hai preparato, quando si vede se i giocatori hanno l'idea chiara, e alla fine io sono contento ovviamente, però non sono contento di tantissime volte che siamo arrivati, ma non della produttività. E per quanto riguarda il secondo tempo, noi siamo stati anche tantissime volte sui 16 metri, diverso che non abbiamo fatto i tocchi per mancanza dell'ultimo passaggio, per non prendere una buona decisione, e poi abbiamo fatto 4-5 tiri così molle, non veramente convinto di far gol, che è quello che magari abbiamo mancato, però sono molto contento della partita. Да, ну я доволен в целом матчем и в том, тем особенно, как начался первый тайм, потому что в первом тайме обычно лучше видно план игры, лучше видно картину, как, насколько футболисты понимают, что нам нужно было делать. Поэтому здесь я, конечно, был рад за них, потому что мы создавали много моментов, но нам не хватало в завершающей стадии, не хватало вот этой эффективности. Во втором тайме также мы часто доходили до штрафной соперника, но нам тоже не хватало вот последние передачи. Да, мы даже били по воротам, было 4-5 ударов по воротам, они были достаточно слабые либо неуверенные, то есть нам не хватало вот этой уверенности в завершающей стадии. Тем не менее, в целом по игре я доволен. Владимир Сабодаш, пожалуйста. Добрый вечер, с победой вас. Если позволите, два вопроса. Первый. Готовили ли вы команду к очень серьезной игре? Потому что, ну, скорее всего, что эта игра была последняя для руководства Локомотива. И отсюда вопрос. Вы готовили именно в этом ракурсе команду или нет? Владимир, вы в тот раз про Цорна, сейчас опять про Локомотив. Ну. Grazie, buonanotte, ma no, ovviamente noi non prepariamo la partita. Io già l'ho detto una volta seduto qua. La cosa peggiore che c'è nel calcio è il licenziamento di un allenatore che sta facendo il suo lavoro, quindi non so che cosa succederà, spero di no, ma la partita l'abbiamo preparata per vincerla come tutte quante abbiamo giocato prima. Да, ну нет, конечно, в таком ключе мы к матчам не готовимся. Я уже на одной из пресс-конференций говорил, что я не люблю, и мне очень не нравится, когда увольняют тренеров, но это часть, конечно, нашей работы. Надеюсь, что все у них будет хорошо, но что касается матча, мы его готовили исключительно с задачей победить. Спасибо. И второй вопрос конкретно по вас и конкретно по вашему клубу. Вы уже знакомы с новым спортивным директором? Спасибо. Sport director, no. We don't have a sport director until now, so I cannot know nobody. У нас нет пока спортивного директора, так что извините, вопрос не по игре. Пожалуйста, Сергей Астахов. Гильермо, поздравляю с победой. Наверное, одна из новостей, которая пришла со знаком минус, это дисквалификация Бальде. Как вы отреагировали на эту информацию, когда об этом узнали? Был ли у вас разговор с футболистом? Поддержали ли вы его и как он объяснил это происшествие? Еще два вопроса. Не, подожди, Сергей, давай, это можно и пять задать. Okay. We have one communicate about this. So Kleb said what happened before with the player, and obviously we are a family, a team. So we talk between our walls. Already talked with him, and at the end we understood what happened and what can happen. So we are open, we are waiting, and they will give to us in the future the sanction, the no sanction, the period, the no period. So we are waiting and supporting our players. Да, ну, естественно, мы пообщались. Ну, во-первых, прежде всего хочу сказать, что клуб сделал официальное заявление. Вот, а в целом мы одна команда, мы одна семья, поэтому, естественно, мы поговорили внутри наших стен, пообщались, мы поговорили о том, что произошло, и о том, естественно, что произойдет. Потому что сейчас мы ждем, каков будет срок, будут ли санкции, не будут ли санкции. То есть сейчас мы находимся в ожидании. Коллеги, да, при всем уважении,
по спортивному директору, по Бальде, по всему. Клуб дает коммуникацию, ответил генеральный директор. Я говорил, проявить уважение к тренеру, пожалуйста, вопросы по игре, по футболу. Гильермо, перед каждым матчем «Спартак» презентует афиши, на которых легендарные футболисты из прошлого. Вы таким образом вообще интересуетесь, спрашиваете, кто это, о чем идет речь на этих афишах? Это... Интересуется, я отвечу. Интересуется, Гильермо был в музее. Давайте по игре, правда. Пожалуйста, Роман. Можно ли говорить о том, что нынешний матч с «Локомотивом» это лучший в исполнении «Спартака» в этом сезоне при вас? Non è stata la migliore. Io spero che la migliore sempre sta per arrivare. Quello che c'è stato oggi è una risposta di un gruppo che ante le difficoltà è cresciuto, che ante le partite che non ha potuto vincere è reagito. Quindi oggi è la reazione di una squadra che è tornata a sé, è tornata a essere quello che è e che vuole la vittoria in ogni partita e vuole giocare come ha giocato oggi, soprattutto il primo tempo. Конечно же, нет, я не могу сказать, что этот матч был лучшим. Вообще, я надеюсь, что наш лучший матч всегда впереди. Что касается этой игры, то здесь мы увидели ответ коллектива, ответ команды, которая в трудную минуту показала то, что она может расти, может идти вперед. После неудачного периода нам нужна была реакция со стороны команды, со стороны футболистов, и мы ее показали, мы вернулись, мы играли в свой футбол, и этим я, конечно же, доволен, особенно в первом тайме. Сегодня неожиданно команда вышла по схеме 4-3-3 с тремя численными нападающими, Николсон в центре, но периодически по ходу матча прослеживался такие как бы признаки ромба. Промис опускался в центре, на позицию, на вершину ромба. Вот какой-то секрет какие-то можете рассказать? Вот в каких ситуациях команда перестраивалась? Какой триггер для этого, для перестроения? In una settimana, se volete parlare del sistema di gioco, abbiamo giocato 3-4 rombo 2, 3-4 1-2 e oggi 4-3-3. Perché? Perché l'opponente gioca, perché l'opponente ha degli automatismi che noi dobbiamo utilizzare e perché soprattutto l'opponente ha degli spazi che noi dobbiamo utilizzare. Quindi perché c'è stata oggi la prima partita con una punta e un 4-3-3, perché alla fine sapevamo che attraendo i giocatori potevamo utilizzare Shamar. È così. Questo vuol dire che le prossime partite giocheremo 4-3-3? No. Questo vuol dire che la prossima partita giocheremo col rombo? Magari. O questo vuol dire che la prossima partita giocheremo 3-4-2-1-2? È possibile. Да, но здесь, если вы хотите поговорить о тактике, то могу сказать, что мы играли вот, вообще за последний период, использовали три разных схемы, это и 4-ромб-2, и 3-4-1-2, и 4-3-3. Все, конечно же, зависит от соперника, от конкретных характеристик, от тех механизмов, которые есть у соперника. Сегодня мы использовали схему 4-3-3 для того, чтобы уводить игроков соперника, и таким образом мы могли бы лучше использовать качество Шамара Николсона. Что это означает? Что в будущем мы будем использовать 4-3-3? Ну, не обязательно. Будет ли эта схема с ромбом? Может быть. Или это будет 3-4-1-2? То есть посмотрим. Давайте, пожалуйста, кикер и потом Владимир, да. Гильермо, с победой вас. Вот сегодня Квинси Промис был лучшим игроком матча. На мой взгляд, он сейчас лучший игрок в «Спартаке».
вас как тренера вот не беспокоит, что может быть сложится такая ситуация? Она может быть по разным причинам, и вам придется, так сказать, играть без него. У вас есть какой-то план Б? Я не хочу, так сказать, принижать достоинство других игроков, но это они все заслуживают победы и все стараются, но все-таки в зависимости от промиса вот уже, так сказать, чувствуется. Без него команда, мне кажется, выглядела бы немножко бы, так сказать, другой. Magari non si, al 100% non abbiamo la stessa visione della squadra, quello sicuro. Да, ну, может быть, но что я могу вам сказать на 100%, то, что у нас разные видения по поводу нашей команды. Perché per promesse fare qualcosa ci sono 9 giocatori che fanno movimenti, automatismi e che la palla arriva a Promes. Io per ora, con tutto il rispetto a lei, io non ho visto che Promes viene a prendere la palla da Selikov, dribbla 10 giocatori e fa gol. Да, ну, Промес, конечно, конечно, опасен, но надо понимать, что есть другие 9 футболистов, которые делают определенные движения, которые делают определенные механизмы для того, чтобы мяч до него дошел. Я ни разу не видел, чтобы Промес подходил к Селихову, брал мяч, обводил 10 соперников и сам забивал гол. Poi il lavoro è far arrivare la palla agli ultimi metri. Noi siamo una squadra che abbiamo più di 10 tutte le volte, tutte le partite, più di 10 tiri. Vuol dire, e non solo Promes tira Sobolev, tira Ignatov, tira Sobnin, Hlusevic, Sinkoski. Quindi noi il reparto offensivo, noi non abbiamo dipendenza nessuna. Se a caso li possiamo chiedere anche a Quincy, per esempio, perché sta facendo tanti gol. Sta facendo tanti gol perché la squadra arriva tante volte. Quindi è un lavoro di squadra, mica è una... è una dipendenza che un giocatore prende la palla e fa gol. Quello per 100% no. Да, но здесь смысл в том, и вообще работа в том, чтобы наша работа заключается в том, чтобы как можно чаще доходить до финальной трети, до опасных моментов. И у нас в каждой игре мы наносим больше 10 ударов по воротам соперника, и бьет их наносит не только один Промес, и Соболев, и Игнатов, и Зобнин, и Хлусевич, и Зиньковский, поэтому я абсолютно не согласен с тем, что у нас есть какая-то зависимость от Промеса либо от кого-то другого. Да, он забивает голы, но здесь дело в том, что команда создает эти моменты и доходит, доставляет мяч в эту зону, поэтому я на 100% не согласен с такой трактовкой. Пожалуйста, давайте 2 заключительных вопроса, если можно, коротко. Гильермо, с победой и спасибо, на мой взгляд, команда провела после вот тех поражений, могла бы упасть духом, провела 2 очень приличных матча, сегодня особенно. На мой взгляд, все игроки отрабатывали очень достойно и на команду. Вот, и каждый внес большой вклад в победу, поэтому просьба как бы их поблагодарить. Вот. Единственное, хотелось сделать, обратить внимание немножко на Соболева. Он сегодня провел тоже прекрасный матч, и гол забил решающий. Вот. Но даже Реброву пришлось выскакивать, чтобы его немножко успокоить. И после карточки он очень важный игрок для нас, поэтому поговорите с ним, чтобы он не подставил команду в следующем матче своим поведением. Спасибо. Это просьба, не вопрос. Да, просьба, пожалуйста, это не передавайте. Grazie e comunque per quanto sappiamo noi magari abbiamo sbagliato nell'analisi è il primo gol di Sobolev in quella parte dell'area del box nella sua carriera. Да, ну, хочу, во-первых, вас поблагодарить, а вообще, говоря о Соболе, хочу заметить, что вот, насколько мы знаем, если мы правильно все проанализировали, то это первый гол такой в его карьере из этой зоны. Я fatto il winger, quindi lo devo calmare, ma lo devo anche ringraziare oggi.
и он играл на позиции вингера. Да, естественно, нам нужно его успокаивать, но сегодня мы должны его и поблагодарить. Lo faccio. Я обязательно это сделаю, о том, что вы сказали, однозначно. Заключительный вопрос, спасибо. Дмитрий Вавилов, Еврофутбол. Гильермо, добрый вечер, с победой вас. В продолжение темы Соболева под занавес пресс-конференции у меня к вам личный вопрос, если позволите. Позади уже 10 туров в чемпионате, матч за суперкубок и две игры в Кубке страны. Несмотря на это, мне кажется, мы все-таки продолжаем с вами знакомиться и вас изучать. Со стороны вы производите впечатление абсолютно уравновешенного, спокойного, грамотного, рассудительного человека. Самая середина второго тайма, 66 или 67 минута, вы, стоя в технической зоне, буквально взорвались на Александра Соболева, начали размахивать руками. Мне даже на секунду показалось, что вы сейчас выскочите на поле и готовы будете его разорвать. После чего вы сделали жест в сторону разминающихся запасных, готовя, очевидно, замену. Что это было? Мы чего-то о вас не знаем? Спасибо. Ovviamente tu devi entrare in campo e quando entri in campo devi spaccare tutto. Spaccare tutto vuol dire che se i tuoi giocatori stanno correndo al 200%, tu non puoi entrare e perdere i duelli o non puoi entrare. Basta, è una cosa semplice. Io mi sono incazzato, ma è semplice perché tu devi avere l'approccio esattamente uguale che i tuoi compagni di squadra e niente d'altro. Quindi non c'è niente, non è che posso stare calmo sempre. Oggi mi si è rotto il pantalone e sono dovuto andare dentro a cambiarmi il pantalone. Poi c'era la pioggia, non posso stare sempre uguale. Да, но il pantalone. Да, но здесь ситуация была связана с тем, что при выходе футболиста, когда ты выходишь на поле на замену, нужно выходить и просто разрывать и носиться, особенно когда твои партнеры выкладываются на 200%, ты не можешь выходить и показывать другое. Поэтому я разозлился в тот момент, и в конце-то концов я не могу всегда быть спокойным, потому что сегодня у меня и штаны порвались по ходу матча, мне нужно было заходить по трибунное помещение, чтобы их поменять, вот поэтому не быть же мне всегда спокойным, и дождь еще был, то есть бывает. Заголовки есть, всем спасибо. Спасибо. Грация.